Более сотни клоунов прошлись по центру Одессы от памятника Дюку до городского сада. Прохожих развлекали острыми шутками, удивительными фокусами. Шествие устроили в рамках фестиваля «Комедиада», участие в котором принимают клоуны со всего мира. Как сегодня веселили одесситов и кого награждали, смотрите далее в сюжете. Армия клоунов, вооружившись красными носами и хорошим настроением, прошлись боевым маршем по центру города и штурмом взяли горсад. Но народу вроде нравится, а детишки так вообще в восторге. Более сотни артистов участвуют в марше клоунов в центре города. Веселят одесситов фокусами, жонглированием и острыми шутками. Разбрасываем вирусы положительных эмоций, потому что от нас можно заразиться только смехом. Вы понимаете, накопилось очень много положительных эмоций, а собралась очень хорошая компания, энергетически правильно заряженная. И мы сейчас шли вот и делились этими эмоциями просто. Это безвозмездно. Кроме одесских мастеров клоунады, в шествии участвуют немало артистов из разных уголков мира. В частности, это гости из Мексики, Италии, Франции и Венгрии. Мы приехали с нашим учителем. У него дружеские связи с домом клоунов. Мы присоединяемся к «Комедиаде» каждый год, и нам очень нравится в вашей стране и в вашем доме клоунов. Также в Одессе замечательная погода, но программа настолько обширна, что мы пока даже не успели искупаться в Черном море. Надеюсь, что завтра мы это сделаем. Одесситы очень хорошие. У нас пока не было времени прогуляться по всему городу, но мы сразу же заметили, что люди тут очень добрые и милые. После яркого шествия представление артистов в летнем театре городского сада для всей семьи. Именно там и наградили лучших клоунов и мимов 10-го международного фестиваля «Комедиада». Награду «Дуркач» высшей категории за лучший сценарий и режиссуру взял коллектив «Жар». Симпачами высшей категории стали трюкачи комик-труппы «Трэмпо Брадерс». Фестивали очень хорошие, если вы знаете, мы батутисты, у батутистов же открыли новую группу крови, шестую. Одесса – прекрасный город, солнечный, теплый, светлый, гостеприимный. И дай бог, чтобы у нас было очень много праздников. Спасибо маскам. А за актерское мастерство в номинации «Смехач» высшей категории наградили коллектив «Дятел» и «Белка». Призы для лучших комиков изготовил одесский художник Михаил Рева. Именитые жюри, люди из разных стран, даже континентов приехали, чтобы сразиться, кто самый смешной, трюковой, обаятельный, профессиональный. В области пантомимы, клоунады, трюкового искусства. Это смешение жанров и цирка, и улицы, и театра, кабаре. Это физический театр, то есть все формы физического театра. А ныне физический театр, он включает в себя абсолютно все, потому что у нас здесь и тексты есть, и песни, и танцы, и степ, и все это одновременно. Напомню, фестиваль «Комедиада» завершится 2 сентября в 19:00 в Доме клоунов выступлением дурацкого цирка в исполнении «Toll Brothers». Евгений Мигле, Елизавета Митько, Евгений Руденко, Евгений Ячменцев. 7 канал.